Всем привет, ребят, с вами Македон Плей. Сегодня продолжаем проходить Devil in Me. Так, продолжить. В общем, мы с вами дошли наконец-то до отеля. Зашли туда. И все. Собственно говоря, вот здесь мы остановились. Ну и чё? О, девчонка. А, это вот дочка, типа, да? Эту песню я... Прости. Напугала? Нет, о, господи! Я в трусы напустила! Как ты меня не услышала? Просто... Очень хорошо. Мне кажется, мы тут не одни. Кейт видела, как из окна на нас смотрит девочка. Вот кто это был. Девочка. У Дюмета могут быть помощники, семья или друзья. Мало ли. И все же... Логично. Это место меня пугает. Да, тут... необычно. Ты что, пела? Ой, да, я ее пою, когда страшно. Эту песню я всегда пою. Панике и страху волю не даю. Но здесь это не помогает. Да уж. А, нет, не помогает. 181. А, мой, похоже, за углом. 183? Это мой. Ясно. Ну, круто, давай. Да. Удачи там. Не потеряйся. Не потеряй. Кричи, если что-то будет нужно. Ага, обязательно. Спасибо. Как только так я сразу. Я рядом. Нечего бояться. Хотя, слушай. Да? Давай я быстро разложусь и вместе найдем твой номер. Мне в этом доме совсем не хочется одной оставаться. Да. Давай. А то я бы заблудилась. Мне кажется, она подкатывает. Это коридор, ты чего? Там пишет. Джейми пригласил Эрин в свой номер. Вот Джейми подкатывает к Эрин. Мне так кажется. Не то, чтобы я имею что-то против, ну но вот. Просто как-то... Знаю. Что ж, тут... мило. Разочарование, флирт, как в капсулах, так и отелях. Давай разочарование, я не хочу флиртовать. Самую малость получше этих японских капсульных отелей. Да ладно, могло быть хуже. Типа номера в Топике. О, не начинай. Я стараюсь стереть тот день из памяти. Из-за тараканов? Из-за твоего храпа. Вот так вот. А где туалет? Стоп, что? По старинке. Фу, что за хрень? Если мне приспичит ночью, я рискую Чарли на горшке застукать. Подозреваю, мини-бара тут тоже нет. Тут ты ошибаешься. Ух ты. Что это? Вино. Не видишь? Мне кажется, если мы выпьем, Чарли будет ругаться, и мне будет стыдно. Опять. Да, он это любит. Но мы не на работе. Еще не снимаем. Напьемся, не начнем. Я ж не предлагаю напиваться перед работой в слюне. Зачем ты это делаешь? Просто пить хочу. Кстати, а ты мило злишься. Мило? Я? Я милая? Все, пошло-поехало. Oh. Веселье. Хочешь мое? Вот тебе. Блядь, и что мне выбрать? Да давай веселье. Вот тебя развезло. Что скажет Чарли? Да, блин. Где она? Что происходит? Она, господи, она жестко там, подкатывает около прям. Стены, видишь? Ну как-то не знаю. Ты чего? Блять. Это типа месть? Нет. Нарочно пугаешь? Получилось. Че такое? Сейчас сдохну, что ли? А с помощью эвакуатора Эрин купирует лист по астме. Давай, купируй. Обеспокоенность, любопытство, все нормально? И давно у тебя астма, блядь. Любопытство, и давно у тебя не хочу астма. Обеспокоенность. С самого рождения. Лекарства помогают, так что я не особо парюсь. Просто надо быть осторожней, избегать пыли, пыльцы и пугающих ситуаций. Блин, прости. Ты же не знала. Забей. Правда. Точно? Да.
Точно. В общем, да. А Ирина, смотри, не против тоже пофлиртовать, понятно. Давайте уже это, Мочилову. Где Мочилову? Будешь это пить? Все, ты отравилась. А неплохо. А ты не врешь? Пикантный вкус. Хороший год. Точно. Чувствую немного коры дуба, нотку цитруса. Ну, давай, бахнем. Что это такое? Бах! И отдельно отмечу мощный привкус старых вонючих носков. О, господи! Гадость. Вот ты засранка! Ты мне все наврала! Так, игрелась, Азарс, блядь, я не хочу ничего выбирать, бля. А, я промолчу. Промолчать. Что, нечего сказать? Да. Ладно. Извини за то, что я сказала. Не хотела смущать. Все. Пошло, поехали. Я... Да, просто... Мы работаем вместе, а Чарли вечно бухтит, что нужно быть профессионалами. Конечно. То есть, на самом деле, мне очень приятно. Эрин. И я тоже считаю, что ты так, милая. Так, чё просто... такое? Ну... Ага. Ну, не... Блять. Ну ладно, хуй с ним. Они же это взаимно, правильно? Похеру. Ты чего? В смысле, ты чего? Ты сама подкатывала яйца? Ой, в смысле, подкатывала. Вот ты сучка! Да я прикалываюсь. 100 лет тебя поцеловать хочу. Просто боялась сделать первый шаг. Пофигу, пускай. Но мне просто, понимаешь, как бы, ну это их желание. Хотят они, да пожалуйста, пускай что хотят, то и делают. Тут типа нет такого, что вот она пройти старая, да похеру. Насрать. Ну как насрать? Ну ладно, ну... 50 на 50. Ладно, кто-то? Залей. Хотят быть лесбиянками? Ради бога. Как, вообще без вопросов. Ах ты, сука такая. Да? Подглядываешь, значит, да? Какого хрена, Чарли? Вот это мне нравится. Дрочишь тут втихую, да. Старый извращенец. Ну? Простите, я что, вам как-то помешал? А то ты не знаешь. Нет, мы просто болтали. Думали, потянет ли сеть наше оборудование. Ну. Ага, да. Если дом питается от генератора, надо узнать его мощность. Мне плевать, что вы делаете. А чего бродишь? Ну, в натуре. Я не могу найти номер. И пиздец, как хочу курить. И чё? Иди шишек покури. Странные штуки на дверях. Это цифры. Сосновых шишек. Они идут по порядку. Это удобно. Спасибо, не помогло. Так, 10 минут, и давайте потом вместе обсудим первую сцену. У нас целый вечер. Может, после ужина? Хочу отдохнуть. После такой дороги хоть немного. После ужина будем снимать. У вас 10 минут. Ладно, тогда скоро спустимся. Вообще, надо бросать курить, потому что это вредно для здоровья. Я смотрел в синей сумке. Сигарет нет. И чё? Я их туда положила. Так найди. Может, кто-то из нас, блин, дальтоники, ты не знает, какая сумка. Конь такой синяя. Вообще, тебе надо курить, и ты там что-то куришь, блядь. А, продолжай следовать удивление, значит, блядь, сука. Да хуй с ним, продолжение давай. Продолжение следует? Да. Похер. Обещаю. Похер, ну это просто взаимно. Удачно, ну, как ни крути, найти комнаты. Как ни крути, типа, они сами друг друга так подкатывают, там признают что-то, похер, пускай. Чего нет-то? Че там? Вот он. Давай, Дюмет. Скорее, бегом. А Дюмет-то сваливает. А почему он сваливает? А потому что он знает, что будет сейчас. Да, будет Мочилова. Угадай. Ну и? Опа, кто там? А, там извращенец, который наблюдает. О, хрена себе в натуре. Ни хрена себе.
Сейчас вообще будет мочилу, походу. Давай, я готов. Что это такое? Ну, манекены и чё? Ну как? Чарли. Спальня Чарли, 19-27, 26 октября, ну и чё? Ну? Я ищу. А, Кейт просила передать. Сломай стены. Как найти выход из лабиринта тревоги? Вы что, издеваетесь? Вдруг это поможет тебе справиться со стрессом? Мне это не нужно. Какой еще стресс? Да подожди, куда ты выкидываешь? Там можно страницы сигареты похоже, сделать. Похоже, что у меня стресс? Не отвечай. Чего не отвечай? А визитки хорошо вышли. Ага, теснение. Гораздо солиднее смотрится. Любите вы, старики, визитки? В смысле, профи. Старая школа. Старики, да-да, старики. Я заказал поплотнее бумагу и логотип из фольги. Надо было одну дать мистеру Дюмету. Надо было бросить курить просто. Нашли? Перед этим и все. Нет, клянусь, я точно сюда положила, не понимаю. Господи. Так, указание, отчаяние, посмотри рукой, перетряси все. Да промолчи, ну смысл, все равно ничего не изменится, если ты будешь там синяя орать, ругаться. Синяя сумка, передний карман, я специально запомнила. А ты нарываешься, да? Их нет, Чарли. Нет? В смысле? Их что, кто-то спер? Я не знаю. Скорее всего. Кейт вполне могла бы. Или Джимми. Мне жаль. Блин, так рассуждает, как какой-то, я не знаю, так. Сдерживание и довольство. Да, сдерживание. Есть другие дела. В натуре. Этот отель огромный. Неужели во всем отеле не завалялось ни одной сигареты? Так, хочется курить? В вестибюле был бар. В баре должны быть сигареты, так? Ну, технически вот в барах курить нельзя, так что... Пошли, проверим. Если найдешь первый, я все прощу. В смысле все простишь? Ты что, охренел? Себя простить не хочешь там или что? Вообще, блин, конь такой. Посмотри, давай. Чё. Это запасная. Точно такая же? Мне идет. А что такого? Да ничего, просто если кепку будешь носить постоянно, то облысеешь быстро. Хотя, конечно, лысение очень много зависит от генетических факторов, но отчасти, когда ты носишь постоянно, то нет нормальной вентиляции, и волосы выпадают. Масштабы тут, конечно, просто... Жаль. Ты же хочешь не курить. Не видишь, что нам так повезло. Да, бежим курить. Боишься, что другие выпуски будут смотреться дешево? Пик. Ну так и есть. О, что такое? Поделать? Визитка. Главное, давай. Что люди запомнят этот. И он получит Эрин. Грант Эрин. Точно. Правильный настрой. Архитектор. Держись меня, Эрин. У меня большие планы. Да. Думаешь, будет новый сезон? Это мои проблемы. Ты просто следи, чтобы у меня все шло гладко. А уж я обеспечу тебя работой. А ты не хочешь сам следить за тем, чтобы у тебя все шло гладко? Как бы ты такой конь вообще. Как бы это в твоих интересах, чтобы у тебя все гладко шло. Красавчик, блин, что-то организовал и на всех все спихнул. Вообще капец. Что там такое? Да. О! Абул или кто там? Для чего-нибудь пригодишься. Да, давай. Дальше. Подожди, ты не спускайся пока. Что-то у шахмата есть, можно в шахматы порубиться. А можно просто взять, не искать сигареты и... Что это картина? И взять, не искать сигареты и бросить курить. Так будет полезно. Да ты крутишься, почти. Почему, знаешь? А потому что сигареты, что правильно, убивают. Закрыто. Курение убивает. Да подожди ты. О, что такое? Ой, записочка. Как хорошо, что я могу ее прочитать. Мистер Морелло, добрый вечер. Спасибо, что разрешили связаться с вами напрямую. Ваш издатель сказал, что вы хотели услышать мое предложение. Похоже, у нас есть общие интересы. Я потратил несколько лет на создание идеального туристического места, связанного с Холмсом, в точности воссоздав отель «Всемирная выставка». Мы пока не принимаем посетителей, поскольку нужно закончить еще пару мелочей, но я считаю, что человек с вашими знаниями мог бы дать нам бесценную информацию перед официальным открытием. Приглашаю вас.
Остановиться в отель на выходные. Так, подожди. Предложение распространяется на группу из 5 гостей, так что вы можете взять с собой 4 друзей или членов семьи. Я вынужден настаивать на том, чтобы это приглашение оставалось в тайне до публичного открытия отеля. Поэтому зовите только тех людей, которым доверяете. Надеюсь, что вы сможете принять мое приглашение. Пожалуйста, ответьте, чтобы подтвердить свой визит. И укажите 4 гостей, которых хотели бы взять. Если вы согласитесь, лимузин заберет вас и ваших спутников в 7 вечера в эту пятницу под железнодорожным мостом на углу Уолл-Авеню и 63-й улицы в Энгвуде, Чикаго. Подожди. Стой. Да, ёбнуть, ладно. Привет, Гранд Тен. Спасибо. Я с радостью приеду. Моя жена и две дочери присоединятся ко мне. Да, и мой брат Фрэнксон сейчас тоже в городе, так что он будет пятым. Я готов им жизнь доверить. Так что о конфиденциальности можете не беспокоиться. Увидимся в пятницу. Джо. Есть еще какой-то Джо, да? Угу. Ну ладно. Что ты стоишь тут как стука, ну? Погнали. Видишь, Чарли курить хочет, пошли. Эй, Чарли. Чё? Можно мне в новом сезоне больше заниматься звуковым оформлением? Чем-то творческим? Эрин, ты уже и так делаешь для нашей компании много полезного. Ты что, тебе жалко, что? Что, таскаю твои сумки и хожу в химчистку? Ну? Именно. Чтобы добиться успеха на ТВ, надо пахать. И да браться за любую работу. Что? А ты? Я пахать. Думаю, тебе нужен помощник. Помощник? Я думаю, ему надо прописать. Просто дурацкая идея, леща. Чарли. Я не помощник? Тот. Да, тебе нужен личный помощник. Ассистент? Тебе нужен психолог. Понял ты? О, может, мистер Давай. Дюмет у себя в офисе? Он точно знает. Дверь замки скважины можно открыть с помощью ключей. Ну да. А я бы помогала с монтажом. Капитан очевидность. С монтажом? Что там побьет? Со звуком. Я тут подумала, у тебя такой богатый опыт, ты столько всего знаешь, поэтому ты мог бы многому меня научить. Дай-то пройти, ты вот встал да, и как стукан. Тут я согласен. И помощник наверняка не потерял бы мои сигареты. Именно. Блин, ты что так вцепился за сигареты вообще насрать. Ты еще хочешь стать режиссером, Чарли? Я уже режиссер. Что тут, кто бил? Я про настоящие фильмы. Со звездами. Смотреть. И с большим бюджетом. Жила регистрация. Эрин, ты должна понять имя, кое-что. Дата регистрации, в работе, дата которую мы делаем, очень серьезной работе, важны не звезды, важна правда. А, ясно. Ага, прости, Чарли. Значит, фильмы не хочешь снимать? Может, сменим тему? Так, жила регистрация, 19-10-22, 25-10. Понятно. Так, хорошо. А чё ты так не относишься? Ну, о. Что ж, остается радоваться, что пропали только сигареты, а не оборудование. Ну, все счастлив. Ну, в смысле, я смотрел, или что-то надо сделать? Нет, ничего, просто смотреть. Ну, я смотрел. Столбал это, Чарли, ой, хочу курить, ой, то, ой, все, пипец какой-то. А я же это, а чё тут? А, ключ. Эрин, я нашел ключ. От бара. Ты крикни еще громче, чтобы все это услышали. Так, нам сюда. Так. Давай. Ну, а, стрелочек, давай. Ну. О, нормальный может, бар. Я в сувенирном магазине посмотрю? У меня уже был сегодня приступ астмы, так что мне лучше не возиться в пыли. В сувенирном продают сигареты? Наверняка. Вперед! Вот ему так, она же сказала, что у него астма. Чё ты долбоящер какой упрямый, а? Чё? Кто тут? Бармен. Ого! Механический? Ха! Обалдеть. Чего изволите, мистер Дюмет? Ух ты. Пачку сигарет, пожалуйста. Мне сигареты, пожалуйста. Да он понял. Слышишь? Все. Ау! Я курить хочу.
Глупо было надеяться. Ну и ладно. Спасибо, робот-бармен. Конечно, сэр. Как скажете. Сигарет. Да ладно. Сигарет, да. Благодарю, мой механический друг. Очень признать. Да. Слушай, братан, бросай курить, а? Да, а я могу забежать сюда? Да, могу. Смотри. И чё? А чё здесь? Есть. Поесть вот есть. Нельзя. А сюда можно? Ну, нельзя. Как он стоит? Просто стоит, да? Я думал, там какой-то механизм. Давай, смотреть. Да! О, да! Чё, да? Ну, давай. Конечно, ему надо мелочь. Это обол взял, давай кидаю. Вот что делать с зависимым человеком. А, ты хочешь сюда, да? Давай, ах ты маленький. Закрыто, как неожиданно. Благо, у тебя есть карточка, которая, я думаю, здесь поможет, правильно? Подожди. О, точно, четко. Блять. Чего, не ожидал? Потом я угощу. Честно? Ага, конечно. Че, взял монетку. Пошли. Да. Иди к папочке. Чувак, не судьба тебе курить. Эй! Давай. Куда пить? Я не знаю, давай. На, нафиг. О, нет. Ты чего? Не надо, нет. А, да, чувак, бросай курить. Не судьба. Да? Что? Нет. Нет, не надо. Сегодня и так херовый день, и ты делаешь его еще хуже. Да подожди, пока только начало. Прорыв чего-то там. Забей и не кури. Тут картина. Так, чашка. Мисс Келли Шрёдер. 19.05, 17 ноября 2017 года. Мисс Келли Шрёдер. Я хотел бы еще раз поблагодарить вас за невероятную работу, которую вы и ваши коллеги проделали в отеле. Примите мои искренние соболезнования. Несчастный случай. Постигший бригаду на озере, настоящая трагедия. Я чувствую в этом свою вину. Когда их памяти я последние несколько месяцев носил завершающие штрихи в облик отеля, и теперь с гордостью могу сказать, что мы практически готовы к открытию. Так, дальше. В качестве искренней благодарности я хотел пригласить вас и ваших коллег присоединиться ко мне на торжественную церемонию открытия в пятницу 17 ноября 2017 года в 19.00. Смею заверить. Это будет незабываемый вечер с тематическими развлечениями и мужским квартетом. Уверен, побывав у нас, вы убедитесь, что ваши усилия не были напрасны. С уважением, Ричард Блэкнап. За Блэкнап? Не знаю, такой Блэкнап. Что такое? О, да. Что-то там. Что такое? Это что это значит? Дай мне сигареты! Сзади, чувак. Ах ты. Ну все. Я сейчас схожу за механиком. И уж тогда мы тебя расхерачим. Эй, Чарли! Да. Подожди, в смысле? Я еще в баре. Нам надо всех собрать и пора идти на ужин. Ладно, иду. А к тебе я еще вернусь. Только ладно хочу. Ты там один внутри? Кто это за стойкой? Что? Бармен это, вот кто это. А я не понял, в смысле, сзади же показывали, как этот... О, опять. Показывали же, как этот хер подходил. В смысле, куда он пропал-то?
Эй, есть идея для вступления. Хочешь с ним? Да, если мы сейчас все сделаем, может, Чарли перестанет все за мной переснимать? Да. Окей, ладно. Что? Ничего. Одну секунду, и можем идти. То есть ты из-за ничего такой несчастный? Да. 100 раз уже объектив протер. Дай первый раз. И все. Да. Ты вечно тонешь в мелочах, Марк. Как насчет рискнуть и просто... Блять, почему вы не договариваете? Я помню, как ты маялся целую неделю, а потом отказался от новой работы за одной лишней пересадки на метро. Извините, подожди, нет, это был плохой вариант. Пошутите о работе и что ты мне предлагаешь, а я херу знаю. Ну, давай. Она мне не подошла, даже без пересадок. Ерунда. Кому ты врешь? Можешь не верить. Давай займемся съемкой. Давай сами, с естественным светом. Вестибюль нам подойдет? Вроде должен. Хочу выглядеть нормально. А, так энтузиазм, заверение, фасет, в любом... Да, тебе давай, любой так. Свет идет, не бойся. Пытаешься подмазаться? Да. Работает? Немножко. Хоть так. Марк, почему все уверены, что я тебя бросила? Потому что если ты его бросил? Если бы Джейми узнала правду, отвалила бы. Постой. Я тут ни при чем. Не знаю, это мило или эгоистично. Или как? Предвкушение, нерешительность. В смысле? Промолчать, без комментариев. Марк, давай, приди в себя. Теряем свет. Так, давай найдем место и начнем уже. Спасибо за помощь. Ты меня просишь, потому что руки коротковаты для селфи. Нормальные у меня руки. Ты короткие, короткие. Все верно, правильно ты сказал. Да куда ты? Куда? На балконе будет неплохой ракурс. Поищем, как туда попасть. Что здесь ничем нельзя так. Используйте камеру Марка, чтобы найти удачные ракурсы. Так. Как твой новый дом? Пока сойдет. Доволен? Там? Я там сплю и храню вещи. Аренда на короткий срок, чтобы спокойно искать что-то еще. А как мне? Разумно. Ты сказала мне съехать? Вот я съехал. Типа так. Это был комплимент. Да я так. А второй, что такое? Я боялась, что ты будешь спать на диване в студии и потратишь полжизни, пока найдешь идеальное место с правильными обоями на нужном расстоянии от остановки. Думаю, эту тему нам тоже стоит добавить в список запрещенных. Типа мне фоткать, да, надо? Давай, да. Сфоткаю сейчас. Пожалуй, ты прав. Раз приехать завтра не получится, можно я через неделю вечер заберу? Блин, как-то резко все так, слушай. Бляха, блин, как. Так, стой, подожди, давай отойдем мы назад. Вот так вот. И так, наверное, будет попроще. Ну-ка, давай. Так. Ну, все. Куда дальше? Сюда? Эй, стоять! Чё? Я свет ищу. Помнишь разговор о границах? В мою комнату можно входить только мне. Ты охерела? Ты в мою комнату, значит, можешь входить, а я не? Я благодарен психологу. Вот ты мразь. Но иногда он дает идиотские советы. Ну, в натуре, блин. В мою комнату, значит, заходить, пожалуйста, а в твою все сразу материт. Ты ж пошла отсюда, вот ты. Кобыла, блин. Охренела совсем. Есть вот такие, блин, какого хрена? Сама лазит в любых комнат, где хочет, а в ее все, это святыня, сюда нельзя ходить, только я могу заходить. Мразота, как бы. Так, куда мне? Что там увидел? Вот стой тут. А я пошел. Тут. Ух ты! Это там что-то есть. Типа морга, что ли? Ух ты. А я могу сфоткать, типа? Не могу. А если вот я вот так вот сделаю и вот еще раз. Нет, не могу все-таки, ладно. Типа я, да, надо фоткать? Нет, кобыла, ну давай. Вот так, оп. Все. Пошла вон.
Есть. О! О, кисть. Что такое? Здрасте. Что-то он там... Ах, прям. Чего ты? Я тебя сфоткал уже. Иди в баню. Опа. Если Дюмет нас тут застанет, он будет очень недоволен. Не знаю, он же просил в одиночку не бродить. И мы почти вынесли дверь, чтобы попасть сюда. Мы? В общем, мы не должны нарываться. О, фоткай, фоткай, фоткай. Бля. Пожалуй. Да, сука, фоткай. По-моему, Дюмет вот. Из тех, у кого крышу сносит, если что-то не так, как им хочется. Да? Как... Оу, что такое? Черт. Я чуть не обосрался. Ну. Открыть. О, что здесь такое? Ты посмотри на эти обои. Второй этаж. Капец, они старые. В этом доме все капец старое. Я так, думала, он какая... старый только снаружи, а внутри все современно. Посмотреть. Вон, видишь ключ? И чё? Нужно только туда попасть. Ладно, я предлагаю на этом серию заканчивать. В следующей серии мы продолжим добывать ключ, изучать дальше эти места. Так что, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайк, всем покеда.